Всех приветствую на канале Наша Пряжа. Сегодня рассмотрим английскую резинку и как ее вязать по кругу. Для вязания английской резинки по кругу нужно набрать четное количество петель. Помним, что в отличие от обычной резинки, английская резинка очень-очень мягенькая и объемная. Для вязания английской резинки по кругу набираем на спице четное количество петель плюс одна петля. Нам еще одна дополнительная петля нужна для того, чтобы соединить работу в круговой ряд. Работать мы будем на четном количестве петель. Таким образом, я по очереди набираю на 3 спицы столько петель, сколько мне нужно. На последнюю спицу я набираю дополнительную петлю. Сейчас у нас нечетное количество петель. Смотрим, что петли не перекручены, и соединяем круговой ряд. Чтобы соединить работу в круговой ряд, первую петельку с первой спицы переснимаем на последнюю спицу, затем предыдущую, вот эту дополнительную петельку, снимаем со спицы, то есть перекидываем через снятую петлю. Стягиваем ниточку, чтобы лучше было видно, возвращаем вот эту снятую петельку обратно на первую спицу. Таким образом работа соединена в круговой ряд. Начинаем вязание английской резинки по кругу из подготовительного ряда. Подготовительный ряд вяжется следующим способом. Первую петельку мы снимаем с накида. Для этого нить переводим перед работой. Снимаем петельку вот так на правую спицу и заворачиваем ниточку. Получился накид и снятая петля. Вторую петельку провязываем изнаночной петлей. Снова нить перед работой, снимаем петельку, заворачиваем нить, получилась снятая петля с накидом и одна изнаночная петля. Снимаем петлю с накидом, одна петля изнаночная. Снимаем петлю с накидом, одна изнаночная. Таким образом мы провязываем все петельки на первой спице. Сняли петлю с накидом и закончили одна изнаночная петля. Провязали петли первой спицы, затем вот так поворачиваем и начинаем вязать со второй спицы. Со второй спицы то же самое. Снимаем петельку с накидом, вот накид, снятая петля и одна изнаночная. Снимаем петлю с накидом, одна изнаночная. Повторяем вот это движение для второй и третьей спиц. Начинаем вязать первый ряд самой английской резиночки. У нас в начале ряда была снятая петля и ее накид. Вот эти две петельки провязываем вместе лицевой петлей. А изнаночную петлю, вот она у нас, снимаем с накидом. Ниточка перед работой, снимаем петельку и заворачиваем нить. Получился накид и снятая петля. Снова петелька и ее накид провязываем вместе лицевой петлей. Нить перед работой, снимаем петлю, делая накид. 2 вместе лицевой, снимаем петлю с накидом. 2 вместе лицевой, снимаем петлю с накидом. Это наш раппорт узора. Таким образом мы вяжем все петельки первой спицы. Последние мои 2 петли, это 2 вместе лицевой. И снимаем петлю с накидом. Здесь мы поворачиваем, но смотрим аккуратно, чтобы вот этот накид никуда не убежал. Вот петли второй спицы. Накид у нас остался. Будьте внимательны, его не потеряйте. И провязываем так, как ранее. 2 вместе лицевой петлей. Затем снимаем петлю с накидом. 2 вместе лицевой петлей. Снимаем петлю с накидом. Таким образом вы довязываете петельки второй и третьей спицы. Второй ряд английской резинки. Во втором ряду смотрим, лицевая петля у нас сама по себе, а изнаночные петли у нас с накидами. Вяжем его так. Нить перед работой, делаем накид на спицу. Будьте внимательны, у нас последний ряд закончился накидом, чтобы не потерять вот эти оба накида. Нить перед работой, то есть накид на спицу, чтобы сделать, и снимаем первую петельку с накидом. Затем нить перед работой снова 2 вместе изнаночной, то есть изнаночная, и ее накид провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Снова нить перед работой, снимаем петельку, делая накид, и 2 вместе изнаночной петлей.
снять петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. Снимаем петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. Это есть наш второй ряд резиночки. 2 петельки провязываем вместе изнаночной петлей. Снимаем петлю с накидом. 2 вместе изнаночной петлей. Последние 2 петельки это снять петлю с накидом и 2 вместе изнаночной. Это были петельки первой спицы. Поворачиваем вот так, чтобы вязать петельки второй спицы. Снова у нас начало с одной лицевой. Нить перед работой снимаем ее с накидом. Изнаночную ее накид провязываем 2 вместе изнаночной. Снимаем петлю с накидом, 2 петли вместе изнаночной петлей. Снять петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. И так мы провязываем петли 2 и 3 спиц до конца ряда. И так далее для английской резинки спицами повторяем 1 и 2 ряды. Первый ряд это 2 вместе лицевой, снимаем петлю с накидом. И так далее до конца ряда вяжем вот эти петельки. Второй ряд снять петлю с накидом, 2 вместе изнаночной. И так далее повторяем до конца ряда. И таким образом получаем мягкую, красивую английскую резинку при вязании по кругу. Если вы хотите связать английскую резинку 2 цветами, смотрите следующие наши видео. Спасибо большое, с вами была школа вязания «Наша пряжа».